Это вечер накануне фестиваля «Шунудак-2007». Мы видим то, что обычно остается за кадром. Последние приготовления, мазки кисточкой, последние совещания и первые гости. Музыка, песни, танцы, переполненные трибуны. Все это происходит в селе Хайхи Кулинского района на фестивале «Шунудак-2007». Дорогие друзья, в этом году мы внесли одно новшество, дали возможность представителям других народов участвовать в нашем фестивале лакской народной песни, лакской музыки, называю лакский фестиваль с участием других народов. Мы глубоко всегда были уверены и уверены, что дружба народу Дагестана и есть самое святое, самое великое дело нашей республики. Гордимся мы ими. И за пределами Дагестана никогда не выясняем, кто какой народности у нас. И если это происходит, то, к великому сожалению, может при распределении портфеля это бывает, но это не в нашей компетенции. Сегодня мы с удовольствием будем слушать всех представителей народов Дагестана. Добро пожаловать, дорогие гости! Очень рады! Вы тоже дочери, сыновья и этого аула, и нашего всего народа. Удачи вам, успехов вместе с моими земляками. Во праздник Ральшала, мэтнаму дахатца соревнования Балердал Даудаккар. Вэйзива сачум баутуну, саннашал сахаварду бусуну, карертун гих, даврир даурту, шахрурде, бокун шикку, жуле лекку кану, каукун лекку канай, бюкун шикка занавикуа, Дурса праздник Рива. Это праздник. Праздник песни, праздник отношений к нашей родине. И праздник вообще такого человеческого духа, который может вот здесь состояться. Сана Кулуа фестиваль дедишин на тушеле туле, чару эрхэр бэцэнэр чин чэвра Дагустанна республика лэрхус артистка Сания Трамазанавэ. Дагустанна халкунна артист Аслан Мэхэмэдэв зун улулан эркишэву дахкар. Баршава хумасы. Очень тяжело бывает выступать первому участнику, поэтому ему нужна особая поддержка и внимание. Так что встречайте. Встречайте. Так как фестиваль народной номинации у нас получается общий республиканский и общий дагестанский, впервые мы это проводим. Санакул Шикун Сенанин Ючин Чайбур.
Халли Селизгер Балечи, Наира Рахманова. Yeah.
А сейчас кого мы будем встречать? Кого мы будем встречать? Мы будем встречать преподавателя педуниверситета, для которой уже давно стала музыка второй профессией. Исполнитель из залакских песен. Кулла Шараватусса. Урбанова Гулишанкунова Кияра. Ришарахат Камулбара, Рейхенет Мехмедова, Сусакул. Thank you.
2005 году я стал лауреатом фестиваля. Это 2005. А я правильно поняла, что вы делаете еще одну попытку, чтобы все-таки стать победителем фестиваля? Ну, это значит, кто, какой солдат не хочет стать за генералом, говорят. Так что постараемся. Скажите, пожалуйста, с кем вы приехали сюда? Я приехал со своей супругой, дочкой, знаете, это у меня, знаете, как группа поддержки, знаете, дочка. Будем, знаете, петь, постараемся, знаете. А жена тоже группа поддержки? Нет, она, знаете, участница. А прежде она участвовала? Не участвовала. А вы не боитесь, что она будет вашей конкуренткой? Ну, пусть, знаете, будет. Я рад буду, если она будет моей конкуренткой. А сейчас встречайте Муртазалиева Маржана. Баласматуса, хунова кияра. У них семейный подряд. Они все поют в семье у них. А теперь будет петь глава семейства Муртазали. Муртазалиев, Паласматуса, Жунагу Кулса, Тинамнан, Тимиргу Шику, Балейгу Укуса, Цалтыгу. Решил попробовать еще удачи. А вдруг сорвет сегодня первое место. Встречайте, Муртазали! Oh,
Чувашской Республики Дагестан, артистка Даргинского драматического театра имени Аварла Батырая Андарова Салимат.